В крохотном помещении негде развернуться, зато оно вместило несколько сотен килограммов одежды и обуви. Несмотря на проливной дождь, сюда целый день приходят за помощью, которую оказывает Брестская городская организация «Красный крест». В списках нуждающихся уже сейчас более 100 многодетных и малообеспеченных семей. С 2 августа по 15 сентября Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Соберем детей в школу». Также мы объявили акцию по оказанию помощи вещами, одежда, обувь, БУ. Обратились в учреждение образования города Бреста. Нам предоставляют списки нуждающихся с низким уровнем дохода. Для малообеспеченных, находящихся в опасном положении, многодетных, семей с детьми-инвалидами такая помощь просто неоценима. Многодетная семья у нас, как бы дети разнополые, трое мальчиков, девочка. И очень даже хорошо, что есть такие организации, что можно прийти, что-то выбрать дополнительно. Все-таки где-то на каких-то вещах идет минус в бюджете, а тут что-то можно подобрать. Все-таки, ну, можно сказать, да, тот же самый секонд-хенд, только тут бесплатный. Спасибо Красному Кресту за такую организацию, за такую помощь. Она действительно есть семьи, которые действительно очень нуждаются в таких. Есть такие, что могут еще кое-как потянуть, ну, а есть такие, что и не могут потянуть. Поэтому даже это очень большой плюс, что они все-таки вот существуют, такие организации. Люди стыдятся камер, просят не снимать, поэтому лица тех, кто все-таки попал в кадр, мы скрыли. Но этим людям стыдиться совсем нет повода. В непростую ситуацию может попасть каждый человек, каждая семья. А вот повод для угрызений совести есть у других. Тех, кто под видом помощи приносит грязный и непригодный хлам, место которому только на мусорке. Когда вы дарите вещи другим людям, уважайте себя и тех, особенно кому вы дарите. 70-80% вещей приносят непригодные к носке. Приходится их сортировать, отбирать, что-то на утиль. А что-то вот предлагаем, уже хорошие отобранные вещи предлагаем людям. Люди, которые нуждаются в этом, они тоже хотят красиво одеться и стильно. Устаревшие вещи, пожалуйста, нам не приносите. Мы принимаем обувь и одежду чистые, постиранные, сложенные в пакетики. А люди приносят, прямо бросают нам на крылечко, вытряхивают из пакетов. И, конечно, дождь идет на улице, это все приходит в непригодное состояние. Те же, кто готов пожертвовать чистые, хорошие, пригодные для носки вещи, могут принести в социальный центр по адресам Орловская, 28Д и Пушкинская, 79.